Всем привет, пришла посылка. Здесь у меня Xiaomi ночник. Обошелся у меня $12, вес 180 грамм. Это новинка. Дошла быстро, но у меня не было дома, наверное, недели две. Пробежала на почте. Стандартной коробочки Xiaomi. Здесь характеристики. 0,25 ватт, температура, размеры 84 на 36, 141 грамм. Два режима у него, 0,7 люмен и 3,8 люмена. И моделька. Надо будет потестировать. По описанию я понял, что он может самостоятельно работать. Не знаю, как получится. И также со всякими датчиками или камерами может. Три батарейки 3А, точнее 2А, да, 2А, 1,5 вольта. В принципе, неплохие батарейки, я уже брал, и маленькие, и побольше. Ну вот, что здесь. 0,25 ватт, это, по-моему, режим ожидания потребления. Здесь инструкция, как всем этим пользоваться. И имеется инфракрасный датчик. Но это надо будет все тестировать. Здесь глянцевый пластик. Здесь тоже, в принципе, глянцевый, на нем пленочка. Потестирую сейчас дома. Попробую. Ну, а здесь у нас двухсторонний скотч получается. И как он включается. Ну, разберусь я. Да, двухсторонний скотч. Вот это, наверное, надо провернуть, да. Здесь три батарейки. И... А вот здесь, наверное, режимы меняются. Так что, если будут вопросы у кого-нибудь, пишите. Когда буду тестировать, уже потом, наверное, видео сниму. Как он взаимодействует с другими устройствами, как его подключить. Я даже еще не смотрел, есть ли она в списке, но как вроде как шлюз не нужен для него. Вот это, наверное, да, режимы переключаются. И это получается крышечка, если она будет на скотче, ее можно снимать, не отдирая скотч. Главное определиться с местом. Так что спасибо за внимание. Комментируйте, подписывайтесь. И вроде как вот он включается только на 15 секунд. Но это надо будет все тестировать. Спасибо за просмотр. Пока-пока.